Вынікі праведзены за 2020 год работы. Сёння ў Гомелі прайшла сесія абласнога савета депутатаў. Пасяджэнне распачалося з віншавання. Лепшыя з лепшых у розных сферах атрымалі заслужаныя ўзнагароды. У тым ліку падзякі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Сёлета на шляху прадпрыемстваў, арганізацыі і ўстаноў было нямала перашкод, але прафесіяналізм дазволіў паспяхова пераадолець усе цяжкасці. Какая бы ни была сложная сітуацыя вообще в Рэспубліке Беларусь, в мире, но учреждения культуры достойно все-таки продвигали искусство и культуру в массы. Наверное, каждый житель нашего города сможет посмотреть, какое огромное количество мероприятий, новых форм работы сделано сегодня для наших жителей. Я только по своему учреждению могу сегодня сказать, мы думаем о взрослом населении. О детях мы уже давно подумали, а в этом году мы обратили внимание на тех, кто, наверное, ничем не занят. Для них мы открыли две новых студии. Это изготовление интерьерной куклы. Это обучение изобразительному искусству. Сёлета депутаты областного совета провели 237 приемов громадян базового узроўню больше как 9 тысяч. З их допомогой вырашено больше как 4 тысячи пытаний. Яшчэ одна важная тема для обмеркования – финансовая политика. Например, на фоне эпидситуации в регионе совет депутатов принял решение об зменьшении ставок одиного податку с ИП и інших физособ. Это дозволило снизить расходы плательщиков. Наступное пытание – подрыхтовка до проведения 6-го Усебеларускага народного сходу, на яким будут вызначены ориентиры социально-экономичного и громадско-политичного развития краины на ближайшие 5 годов. Нагадаем, масштабный форум запланованы на 11-12 лютого.